Всегда в наличии есть шапки для кручения на голове, которые вы можете заказать либо в группе ВКонтакте, либо отправив личное сообщение мне на страницу ВКонтакте. Ссылки будут в описании под видео. Че, понеслась? Да, даже зеркало видно. Короче, расклад такой. Вова у нас, ленивая жопа, отдыхает дома, оказывается. Я что-то совсем забыл. Он тебе говорил? Мне тоже не говорил. Каникулы Вова месяц, так что прогресс без Вовы месяц. Зато у нас есть Александр, который болел. Болел? Болел. Чем болел? Болел. Ну, температура была. Температура была? Да. А ты с нами не ездил на елку-то, да? На елку. На елку? Да, на елку. В Кострому? Да. Ездил. Что скажешь? Ну, как бы там весело, джема нормально. Джема нормально. Судейство не очень. Судейство не очень. А что ты скажешь по поводу судейства? Ну, как бы судейство, оно... своеобразно. Своеобразно, так мягко, короче. Да. Саня у нас политкорректный парень. Знаешь, что мне скажи? Вот смотри, я прав насчет того, что на твое мнение может повлиять какой-нибудь чувак, который дофига занимается. Вот он тебе скажет, вот, типа, вот брейк-данс, это, короче, ковыряться на полу. Ты такой, разве? Он говорит, да я тебе говорю, я 20 лет занимаюсь, ковыряться на полу. Не повлияет? Вот красава. Вот поэтому у меня самые крутые ученики. Короче, у Сани странная идея. Он уже, короче, хочет листы по одному локтю прыгать. Саня, опиши то, что ты хочешь изобразить. Короче, он хочет с флая, где мы флай с левой руки делаем, поставить правый локоть и закрутиться. Покажи. Сделаем, давай, что ты? Видел? А, я не видел. Давай, я вообще не понимаю. Ну вот типа того, короче. Что-то света перебор. Ну, короче, сложно. Разгоняй флай просто, вот обычный крутой флай, чтобы он у тебя крутой был. А потом мудрись, ничего хочешь, там за ноги хватайся. Я тебе говорю, самый крутой совет, это базовый пауэрмув до идеала. До идеала, ну вот, кстати, у тебя неплохо получается на самом деле. Ты очень круто спрогрессировал. И редко лажаешь. То есть ты можешь упасть, продолжить геликом. Вот это очень круто. И это надо развивать дальше. У нас новый герой прогресса. Зовут Саша. Второй год занимается, а уровень на четвертый. Саша, давай. С Сашей флай тренируем, короче. Не отдохнул? Все равно сделай. Мы уже записываем. Нормально, нормально, давай. Ну так, для сведения, он не умел ни одного оборота еще месяц назад, да? Месяц назад у парня не было ни одного оборота флая. Короче, у нас прогресс, попадают только супер талантливые ребята. Красава. Отдыхай. Саша, давай. Гелик, руки. Гелик, голова, руки. Тормози. Тормози. Давай. Тормози. Давай. Нормально. Устал тоже, да? Погода? Все метеозависимые, короче. Скажите сами себе привет. Перископ. Давай, Саш. Во-во-во, Саш, нормально. Нормально, молодец. Давай, вытягивай. Во-во-во. Вот, Саша, вот ты хотел, чтобы я тебя на видосы снимал, чтобы ты потом смотрел, как ты делаешь. Вот теперь можешь смотреть, короче, на ютубе, как ты делаешь. Нормально. Все, отдыхай. Сашу никогда не кроет. Саша у нас не метеозависимый. Саша без разницы, какая погода за окном. Нет, погода голова болит, не дай. У меня снег, да. Что, не то? Блин, ну ты вяло делаешь для начала. Нет, не все.
не толкаешься рукой, расслабляешь ноги, не машешь левой ногой и не упираешься в голову. Очень много на руке опоры. Ты должен с руки в голову опору перекидывать и вымахивать ногой. Но мне кажется, проблема в погоде. Давай, поближе ко мне делай. Мощно. Бэм. Вот. Бэм. Ну, первый раз около дела было. Блин, кто бы меня сейчас видел, а? Сижу, короче, загоняюсь. Видно, интересно будет, кто что пишет. Давай, Саша. Бэм. Вот, хорош. Правильно. Соберись, соберись. Вымахивай. Нормально. Саш, ты хотел вроде 99 потренировать, да? Ты взял на пульсник? Одевай. Смотри, встаешь на руки. Левую ногу назад согнутую. Левую назад, все. А теперь сводишь и в левую руку. Да. Только надо уверенно на руках стоять. Видишь, ты вибрируешь по дороге. Понял? Вот с этим надо дома поработать. Вот. И вот, короче, не торопись много вкручивать. Понял? Тебе надо чуть-чуть, но медленно. Правильно. Понял? Вот это будет техника. Я не сомневаюсь, что ты быстро научишься. Нет, торопишься. Встал прям на руки, уравновесил себя. Уравновесил. Это фигня, уравновесь. Что это за прогиб? Вот, еще раз. Вот, и поехал. А вы что сидите? Я вам на той тренировке что сказал? Нормально, тренируй. Давай. Нормально. Ногами пободрее бы. Ногами. Бам. Хорош. Давай еще раз. Бам.